Евгений Куйвышев представил масштабный проект «Сухой порт» на выставке «Россия в Москве». Сейчас там проходят дни регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона. Центральным событием сегодняшнего дня стала пленарная сессия «Пространство будущего». На ней губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев представил один из крупнейших инфраструктурных проектов «Сухой порт». Он включает в себя сеть транспортно-логистических центров, развитие подъездных путей, организации транспортного сообщения с морскими портами Арктики. Этот транспортный коридор поможет связать Северный морской путь с опорной транспортной сетью страны и разгрузить Транссибирскую магистраль. Евгений Куйвышев заявил, что запуск проекта запланирован на 2027 год. Его реализация обеспечит рост производства, инвестиций, валового регионального продукта и позволит создать 1000 новых рабочих мест, что будет способствовать росту качества жизни людей. Глава региона отметил, что мегапроект «Сухой порт» является важным звеном в решении задачи президента России Владимира Путина о расширении транспортного коридора, связывающего страну с Ближним Востоком и Азией. Через регион проходят 4 трассы федерального значения, которые сходятся в коридор Запад-Восток. И в этом плане стратегическое значение для нас имеет продление федеральной трассы М-12 до Екатеринбурга, а далее до Тюмени. До Челябинска прекрасная трасса.